Я пришла поесть. Увидела бы тебя, Бернарда. И что, раз она не ест, и нам с голоду помирать? Что ж ты не дашь девочке больше? Возьми малость фасоли, сегодня она не заметит. Что за женщина? Одно слово, тиранка. Всеми будет она помыкать. Она же самая чинная, самая главная, самая чистоплотная. Хоть довелось немножко побыть одни. Наверное, это шла все ее родня? Да, только ее. Его родичи ненавидят Бернарду, а ее пришли, посмотрели на покойничка и с глаз долой. Стульев-то хватит? За глаза. А нет, так пусть на пол садятся. С тех пор, как умер отец Бернарда, в этом доме не было гостей. Она не хочет, чтобы люди видели, какие здесь порядки. Будь она проклята. Так она же тебе хорошо относится. 30 лет я в ее объезде. 30 лет я ей стираю ее простыни. Ночью не сплю, когда ей не может. Я даже за соседями подглядываю. Друг от друга мы ничего не таим. Но все-таки, будь она проклята, чтоб глаза ей повылазили. Так было в доме моего отца, в доме моего деда. Так будет и у нас.
Всем понятно? Еще раз, всем понятно? Да. Ну, пока можете успеть. Все, что вам нужно, делать. Лена может вам помочь. Мне все равно, что с вышивкой, что без вышивки. Не хочешь без вышивки, обойдемся и так. Это твои будут краше всех. Я не хочу вышивать, ни свои, ни ваши. Я все равно знаю, что я выйду замуж. Хотя уж лучше мешки на мельнице таскать, чем здесь сидеть и света белого не видеть. Такова женская доля. Будь она проклята! Здесь я хозяйка. Уже не пожалуешься отцу, как раньше. Женщинам иголки, нитки. Мужчине водки. Как всегда водилось. А мы какая семья, скажи, пожалуйста. Так надо было с самого начала. Где мы? Идем переодеться. Только черном не снимайте. Хорошо. Где Ангустиас? Я видела Ангустиас в карике. Она мужчина только что ушли, а она смотрела в щелку. Ты что там делала? Я ходила смотреть на кухню. С чем ей было там стоять? Мужчины все уже ушли. Несколько мужчин еще стояло неподалеку. Ангустиас! Ангустиас! Что прикажете? Где ты была и на кого смотрела? Ни на кого, я во дворе была. Ты будешь родной матери. Прям в лицо врать? Я не вру. Кому там свои ноги раздвигала? Я? Швуха! Бернардо, успокойся! Успокойся! Вон отсюда все! Быстро! Уры! Сил уже больше нет. Это ничего мало с тобой воюет. Ангустиас же должно быть далеко за 30. 39 исполнилось. Ну вот, а у него до сих пор нет жениха. Ни у кого из них нет и не надо. В этом селе не то, что реки нет. Тут нормальных мужиков вообще не найти. Одни потроки. И ты хочешь, чтобы я своих дочерей, родных, свою кровушку с этими поганцами женил? Да никогда, блин, никогда. Я это не в обиду тебе сказала. Конечно. Но, может, тебе попробовать в другом селении? Ну да. Продать их на сток. Нет, просто перебраться в другое селение, правда. Вы бы считали себя бедными. И кусить свой хитрый язык. Вот и поговори с тобой. Мы свои люди или нет? С чего захотела? Нет. Я тебе плачу, а ты на меня работаешь, вот и все. Пришел Дунаков насчет раздела наследства. А, не мог чуть попозже прийти, хотел только встретить. Хорошо, сейчас иду. Ну, а вы не стоите как дебилки. Приберитесь как следует. Особенно ты, хочу уволю. Врача, ты слегка приободрилась. Я чувствую себя так же. Я в детстве
скажи. Я не помню, что мне нравилось. Угу, нравилось. Он через дочь своего трога передал, что придет, а сам не пришел. Черный, я помню, как он бегал за тобой. Тебе это не нравилось? Нет. А с этим что делаете? Ничего, а ты? Да так, прошлась по комнатам, ноги размять. Посмотрела на бабушкины вышивки по конве, на пуделька, на негра. Как он нам нравился, когда мы были детьми. Но сейчас все немножечко по-другому. Какая разница, что было раньше? Который час? Уже 12. Неужели? Да. А что вы тут делаете? Ничего. Ну давайте поговорим о чем-нибудь. О чем? Ну, о погоде. Как о настроении нет. Угу. Обычно погода. Ну давайте о чем-нибудь другом. О чем? Ну не знаю, о чем вы хотите? Мы ни о чем. Настроение совсем не что-то разговаривать. Ясно. Ну, вы уже все знаете. Ну что? Рассказывай. Ну что ты говоришь? Ничего не знаю. Все вы уже знаете. Всегда между собой шушукаете. А другим ничего. Ну рассказывай уже. Рассказывай. Пеппи Римляне. Сатужу. Жените на нас. Ангустиас. Уже сватала письмо. На Ангустиас. Ангустиас? Именно. На наш Ангустиас. Я рада. Вы хороший парень. Я тоже. Ангустиас хорошая девушка. Вот жжете. Ни капли, что вы не рады. О чем ты говоришь? Я вижу, когда вы притворяетесь. Если бы ему полюбилась Ангустия с как женщина, я бы еще была рада, но вы дарите мне ее деньги. Да им нужно только твои деньги и черт обхаживалась со всех сторон. Что верно, то верно. Если что-то пошло так, то... Что делаете? Ну, ничего, разговариваем. Ну что, покасовалась перед курами? Ну, а что же мне еще делать? Увидела бы тебя мама. Да. Ах, да пусть видит. Я так хотела погулять в этом платье на гулянье. Из всех юбок, которые шили Магдалена, это самое лучшее. Да, красивая юбка. Можно покрасить все в черный. Или подари ее Ангусе, свадьбе с Пеппи. Свадьбе с кем? С Пеппи Римлянин. Ты не знала? Нет. Но теперь ты знаешь. И этот человек способен? Он на все способен. А что ты думаешь об этом? О том, что в мои 20 лет моде не осознать этот траур. Я не хочу зачахнуть, как вы. Я не хочу пожелтеть в этих стенах. Да нет, я завтра же надену свое платье и пойду гулять на улицу. Аделла. Яшка, как мы говорим на платье? Будь тише. Чуть служанка не услышала, что ты говоришь. Пока Римма не ведет, не исполнится. Пойдем, ты посмотришь. Пойдем, пошли. А ты не пойдешь? Мне неинтересно. Когда он свернет за угол, из окна твоей комнаты будет лучше видно. Thank you.
здесь намазала. Просто красиво. Тебе напомнить? У нас вообще-то травы вкусные. Или ты не понимаешь, все тупой башкой. Мой отец умер давно. Это не мой отец, а он. Я тебя поздравляю. Но отчим сделал намного больше, чем твой родной отец. Это мы еще посмотрим. Что посмотрим? Сюда, быстро. Позвольте мне выйти. Нет, сначала позор сотру. Поскольку старая. Накрасилась, как молодая. Здравствуйте. Позор. Бернардо, не будь такой вредной. Я еще не вызову из ума, как моя мать. Прекрасно знаю, что делаю. Что случилось? Ничего не случилось. Если речь идет о разделе, то деньги деньгам. Ангустия теперь у нас самая богатая, может взять себе все. Закрой свой рот. Пап, вы думаете, что выйти из моей воли? Пока я жива, я буду распоряжаться и своим, и вашим добром. А как же? Это же мои деньги. Глаз на тебя.
Мне нужна умная, красивая, скромная жена. Если ты согласишься, я женюсь на тебе. Мне стыд берет, когда про это говорят. Мне тоже было стыдно, но через это надо пройти. К тому же я была первый раз с глазу на глаз, да еще ночью, с таким мужчиной. С красивым мужчиной. Да, он не дурен. А где Аделла? Она все еще не пришла? Пойду схожу за ней. Правда, все-таки эта девочка не по себе. Она же все время ходит, дрожит. Да все с ней хорошо. Ее просто гложет зависть. Она, когда на меня смотрит, все трясет. Вот и все. Значит, ты не спала? Мне не здоровится. И что же с тобой? Тебе вообще какое дело? Сиди, Шей. Ну я же твоя сестра, как-никак. Слушайте, какое вам дело, сплю я или нет? Следите за собой. Ну, мы волнуемся. Волнуйтесь за себя. Смотрите, Бернардо, продавец кружев пришел. Пойдемте смотреть. Пойдемте. Они же твои сестры. Я уже не могу. Они постоянно за мной следят, сплю я или нет. Ты представляешь, они в комнату мою заглядывают. Проверяю. А еще говорят, а, какая ты ладная, да хорошая. Да какая же ты такая, никому не достанется. Да ну уж нет. Я достанусь тому, кому захочу. Как римляна, что ли? Что ты сказала? То, что слышала. Тише. Замолчи вообще про это. Я не замолчу. Ну что ж ты знаешь? Я уже стара, и я многое вижу. Мой глаз на такие вещи зор. Только я все понять никак не могу. Зачем, когда во второй раз папа приезжал к твоей сестре, ты встала около открытого окна, практически голая. Правда? Разве? Слушай, не лезь в чужие дела. Как не лезть? Я хочу жить на старости лет. В приличном доме. Слушай, твое дело убираться в доме и ложиться спать, поваляясь за своих покойников. А ты как свинья во все свое рыло суешь. Я должна за тобой ходить. Как тень, чтобы следить. Слушай, теперь уже поздно. Я вся во мне говорю, на все пойду, чтобы унять с тобой. Но только на тебя я не посмотрю. И на мать мне тоже все равно. Опять спорите? Как же с ней не спорить? Она хочет, чтобы я в такую жару пошла в магазин и купила ей там чего-нибудь. А ту духи ты мне купила? Купила. И где? Они у тебя на тумбочке. И купила я самые дорогие, так же, как и пудру. Хорошо. Молчок. Там видно будет. Ты видела кружево? А кому они? Видела на ночнушку. Будет ли бы дорого посмотреть? А мне нет только интересоваться. Девушку в ночнушке никто и не видит. Разное бывает. Мне лишь бы самой нравилось. Это так. Такие кружева для сорочек еще хороши для детских чепчиков. Вот пойдут дети у Ангустия, так вы вечно шить будете. Я даже не подумала взять в руки иголку. Тем более для чужих детей. Thank you.
Да, лучше, чем дома сидеть. Нам это не гоже. Сердце ждет нас. Что верно, то верно. Нет, хуже родиться женщине. Да, в нашей недоле глаза нет боли. Боли в это время года очень так и весело. А откуда мужчины в этом году? Они издалека, они в город приехали. 40 или 50 молодцы. Какие симпатичные. А что еще расскажешь? Сюда приходила девка. Она была в блестящем платье, танцевала под аккордеон. И человек 15. С ней договорилась и увезло в оливковую рощу. Но договаривался за всех один. Высокий, красивый, зеленоглазый. И все прощается. Не повезло. Слушайте, пойдемте в мою комнату смотреть. Побежали. Она была, не бойся, говори, в постели Мартирио. Это правда? Правда! Как ты посмела? Не бейте меня, мама! Что, ты что, еще как я забью? Стойте, стойте, стойте! Отойдите лучше! Даже слезинки не выдавила! Ставь рожаты для вашего удовольствия! Как ты с матерью разговариваешь? Что, уже и пошутить над сестрой нельзя? Зачем же она мне бы еще понадобилась? Нашла время для шуточек. Тут явно что-то не то. Ты никогда ни с кем не шутила. Тебя накипело на сердце. Вот ты и высказалась, вот так прямо и скажи. Если я заговорю, то тогда стыдно будет тебе. Злой язык никаким районом не побрезгует. А ну прекратили! Я не виновата, что папа выбрал меня. Многие делают денег! Мама! Замолчите! Сколько можно? Я видела, что надвигается бурь, но не думала, что она разразится в моем собственном доме. Вон отсюда! Слышала. Чужая семья всегда лишняя.
Что было, то было. Ангусе сейчас нужно немедленно выдать замуж. Да, нужно ее оставить отсюда. Не ее, а его. Верно. Нужно его своровать отсюда. Хорошо задумала. Что тут думать? Тут и думать нечего. Но ты уверена, что они по своей воле захотят уехать? Что ты там себя напридумывала? Я знаю тебя не первый год. Ты ж видишь, что ты меня можешь опасаться. Вот уж не думала, что предостеречь значит зарезать. Ты меня предупредить о чем-то хочешь? Я ни на кого не доношу, Бернардо. Я лишь говорю, раскрой глаза и увидишь. Что увижу? Здесь творится неладное. Ты заела жизнь дочерей. Почему? В тот миг, когда к мартирию хотела прийти Энгельм Манос, ты сказала ему передать, чтобы он не приходил. Сделал бы это еще тысячу раз, если бы понадобилось. Сколько бы я ни жила, я никогда не пойду с ума. Отец Энрике был батрак. Уж больно ты гордая. Мне есть чем гордиться. Тебе-то нечем. Сама знаешь, от кого ты на свет родилась. Я уже стара. И не смей мне припоминать этого. Я всегда тебе была благодарна за то, что ты пригрела меня. Не похоже на то. Видно, мне за это лучше не лезть. Вот именно. Делай свое дело, да помалкивай. Так и положено себя вести, когда живешь на жалование. Хотелось бы, да не могу. Тебе не кажется, что лучшей парой для Пеппа была бы Мартирио или, да, Адела? Ну, не все так складывается, как нам бы хотелось, верно? Адела, вот настоящая невеста для Пеппа. Прекрати мне голову морочить. Да это же даже людям видно. Еще и выйдет ли по их нему. Ну, какова же Ангусия в ее возрасте? Ее же забрала влюбленность в ее жениха, в его. Мне мой сын рассказывал, что они общались до полпятого. До половины пятого? Это вранье! Так мне сказали. А ты что скажешь? Могу уже больше недели уже сейчас. Так. Я тоже слышала, что папа уезжал в полпятого. Ты точно это знаешь? Я не хотела выглядывать. А вы ведь, Августиас, разговариваете теперь через окно, которое выходит в проулок? Мы разговариваем через окно моей спальни. Что здесь происходит, а? Мама, не верьте этим ядовитым языкам. Они все нас хотят погубить. Ничего, я сумею разобраться. Лучше не допутываюсь. Мне на роду было написано глазки смыкать. Теперь уж я точно этого не сделаю. Боже, постоянно что-то не нравится. Кстати, посмотри, что случилось. А вы куда собрались? По комнатам! Thank you.
Ты, я смотрю, все еще не разговариваешь с Мартирио. Я же тебе говорила, что ты не думаешь на сестру. Чужая душа потемки, я не допытываюсь, что у кого на уме, но хочу, чтобы в семье был мир и лад, понимаешь? Да. Хорошо. В котором часу папа вчера уехал? Что рассказывать? Да он какой-то странный. Когда выйдешь замуж, подавно, они этого не любят. Просто смотри на него, когда он на тебя смотрит, говори с ним, когда он с тобой говорит, и в семье не отдыху будет. Раздается мне, что он пишет, что он скрывает мужчину. Не обращай внимания, как он и сказал, свои заботы, в которые нам не положено лезть. Это от усталости, ты же в последний день почти не спишь, извините. Надеюсь, что это. Что-то. Он приедет ночью? Уже посмотрю. А, ну тогда предлагаю лечь спать пораньше. Да. Магдалена? Она спит. Тишиной, что-то не замечаю, чтобы здесь творилось неладное, как ты говорила. Давай не будем об этом. А чего ж не будем? Что ж, может быть, твой сын все еще видит Пеппа в 4:30 около наших окон? Может быть, люди говорят, что... Люди ничего не говорят. Правильно, потому что не могут, потому что нечего сказать. Я почти уверена, что если бы в нашем доме было чему поживить сплетницу, ты бы не стала молчать. Я открываю гораздо больше, чем ты делаешь. В любом случае, что-то ты все тише и тише становишься с каждым днем. Я уже не пытаюсь для тебя что-то донести, потому что боюсь, что ты его драла. Я, пожалуй, пойду спать. Во сколько тебя разбудить? Знаешь, Бернардо, я убралась. Хорошо. Вообще не буди. Я завтра досплюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Когда не можешь предлагать все равно, легче всего повернуться к нему спиной. Из своей гордости она сама себя завязывает в глаза.
Да, это действительно так. Она просто не знает, что делает одинокий мужчин среди одиноких женщин. Здесь не только папа Римлянин виноват, но и Адела. Ей не нужно было его разжигать. Кое-кто думает, что он не раз играл так. Они не только играли. Адела! Адела! Зачем ты ищешь меня? Оставь этого человека. Кто ты такая, чтобы мне об этом вообще говорить? Честная женщина себя так не ведет. С какой охоты ты сделала об это место? Ты все равно не сможешь быть с ним. Он женится на нем. Слушай, пускай его женится на нем. Мне все равно, если он обнимет нелюбимую. Пускай он хоть 100 лет с ней живет. Но чтобы он обнимался от меня. И это тебе нож в сердце, потому что ты тоже его любишь. Любишь. Да, и что? Слушай, он будет твоим. Оставь меня, пожалуйста. Не обнимай меня. Ты мне уже не родная кровь. Я больше не могу смотреть на тебя, как на сестру. Слушай, одной из нас придется смириться, что Пеппа мой. Он вот меня в камыши. Стой! Да отпусти ты меня! Нет! Ты к нему не пойдешь! А ну разошлись обе! Разошлись, я сказала! Посмотрите на ее юбку, вся в соломе! Она была с ним! Ах ты, тварь подзаборная, как ты посмела в моем доме! Ну уж нет! Кончилась эта каторга! Вот и вся ваша власть! Это оно не властен никто, кроме Пеппа! Чего ты смотришь? Он там, за дверью. Иди и скажи ему, что ты все знаешь. Как думаешь, с кем он разговаривал до 5 утра? У моего окна. Что? Неужели ты считаешь, что это были батраки? Или, может быть, сын вот этой наврал? Он был со мной все это время. Сюда! Стой! Ты страшная! Ты никому не нужна! И вообще отпусти меня! Я не виновата. Женщины не умеют целиться. Зачем же вы тогда так сказали?
Проклятая. Одержимая. Хотя, впрочем, может, так оно и лучше. Снимите ее. Бернарды, Альба умерла невинной.